У этого парня украли велосипед третий раз за неделю, и поэтому он решил устроить ловушку для похитителей. Парень хотел поймать их с поличным, и то, что из этого вышло, увидите в конце. Он надел свою шапочку и стал готовить месть ворам. Сначала любитель велоезды разрезал велосипед пилой пополам, думая, что это руки похитителей, а затем поставил его рядом со скамейкой и приковал цепью. Велосипед стал выглядеть так, будто он обычный и готовый к краже, но надо было протестировать. Парень спрятался в кустах и начал записывать, чтобы потом показать всем. Сначала его друг подошел, достал болторезы и отрезал цепь, как будто ничего и не было. Но что было дальше, удивит вас. Проехав пару метров, он больно упал на землю. Но не бойтесь, при съемках ни один актер не пострадал.